Многие, кому диагностировали коронавирус, переносят болезнь в легкой и средней формах тяжести. В таких случаях лечение пациентов часто проходит амбулаторно. Для этого сейчас созданы все условия. Например, выдача бесплатных лекарств для борьбы с недугом. Помощь в доставке медикаментов прямо на дом к пациентам оказывают члены волонтерского штаба города. Лекарственные наборы и списки нуждающихся, как и прежде, формируют в медсанчасти номер 135. После того, как лечащий врач выписывает рецепт, в дело вступают добровольцы. Их задача сделать так, чтобы у заразившихся ковидом не было необходимости лишний раз посещать общественные места и, в частности, поликлинику. Тем самым волонтеры ограничивают контакты переносчиков инфекции с другими гражданами и снижают риск распространения болезни. Акция проходит не в первый раз. Сотрудничество волонтерского штаба и медсанчасти длится уже больше года.